Папа, а ну-ка иди сюда. Попалась? Хочешь попробовать сам? Ну а что, сколько? Не хочу. Ты хоть сам пробовал ее нажимать? Нет. Она реально бьет током. Ребята, всем привет. Скоро Хэллоуин, а мы уже снимаем пранки. Итак, первое, чем мы сегодня разыграем Вику, это вот такое вот мыло с секретом, кровавое мыло. Вика утром сейчас зайдет мыть руки, умываться, а я вот сюда поставлю скрытую камеру. Сейчас все вместе посмотрим на ее реакцию. Что у нас следующий пранк для Вики? Так, поставим камеру. Будем Вику разыгрывать. Ой, вот такой вот подушкой-пердушкой. Положим ее на кресло, на Викин стульчик. Накроем пледиком. Надеюсь, не заметит. Ну и давайте вместе посмотрим на ее реакцию. Теперь мы с папой придумали розыгрыш над мамой. Ставлю скрытую камеру. Папа купил ручку, которая бьет током. Я буду делать уроки, позову маму и посмотрим, что будет. И... О, вот она. Это я положу, чтобы мама не видела. А это сюда. Опять наклона у тебя нет? Да. Прямые буквы, Андрей, ручку. Что это было? Вика. Это розыгрыш, что ли? Да. Меня сейчас током ударило. Мне реально сейчас ударило током. Это с папой вы придумали? Да. Где камера? Какие вы хитрые, прям в игрушках запрятали. Папа, а ну-ка иди сюда. Попалась? Хочешь попробовать сам? Ну а что, сколько? Не хочу. Ты хоть сам пробовал ее нажимать? Нет. Она реально бьет током. Ну там написано вообще-то, да, что она бьет током. Причем прилично. Ребенка это точно нельзя нажимать. Поэтому это был не ребенок. Я больше не хочу нажимать. Ужас. Уберу я эту ручку от греха подальше. Ни в коем случае, Вика, не доставай, ладно? Сейчас я ее вообще внесу. Дай мне нормальную ручку. Ручку дай. Вот. А что у тебя на пальцах? Это пластыри крутые, мне сегодня папа купил. Ой, какие необычные. Это доктор Плюшева? Да, вот. Унипласт. Унипласт. Папа вечно какие-то интересные штучки находит. Папа сказал, что у них на сайте проходит какой-то конкурс. Правда? Да. Ну, ладно, потом посмотрим, давай. Пиши свою домашнюю работу с наклоном, смотри. Сани. С наклоном. Сейчас я тут напишу, и потом поймут, что это не ты писала. Сани. Вот, у тебя наклона нет. Давай, и сама допиши. Держи, уже отличается почерк. Ну что, мы снимаем следующий пранк над Викой. Мы специально заказали вот такие вот необычные конфетки. В инструкции сказано, что в них, у них внутри какие-то необычные чудища. Так, я поставлю вот так камеру. Я думаю,
Вика все равно не заметит, потому что эта камера всегда и везде у нас стоит. Это уже нормально считается. И вот они, конфетки. Устоять она тоже не сможет, потому что они выглядят необычно, по-новому, и обязательно попробует. Главное дождаться, пока она придет на кухню. Но она у нас сладкоежка, так что, я думаю, долго ждать не придется. Все. Рассчитывали. Не испугалась? Испугалась? Слушайте, такая ящерка прикольная. Да еще посмотрим, что тут есть. Давай. Классные конфетки? Да. Теперь можно побаловаться. Да. А тебя цвет не смутил, то, что белое? Да, не... смутил. Ой! Ой! Это повторно? Выглядит. Черная вообще жуть. Ужасно! Еще? Кошмар! Это точно не каустеты. А какие-то хочешь съесть такого? А, такой опять же. Опять повторка. Да. Противные. Кому-то можно подарить. Ну? А у меня что будет? Показывай. И... Ой, фу! Чё, это пиявка, что ли? Дай-ка. У меня нету повторок. О, человека-монстр. Человека-монстр, да, или... Да, смотри, с человеческой головой, с человеческими руками. А дальше все превращается в хвост. Жуть. Нет, это русалка. Да ладно, лицо какое страшное. Фу.